несколько лет назад, уже, наверное, 4 года, я в какой-то из солнечных летних дней осознал такой момент, что все бизнесы, которые у меня были до этого, я их всех развивал до определенного уровня и не выше. И бизнес в основном держался благодаря мне, благодаря моим умениям, благодаря моей неординарности. И я не мог этот бизнес развивать дальше. То есть я любой бизнес, за который я не брался, поднимался до какого-то определенного уровня, и все. Дальше этот бизнес не двигался. Он, можно сказать, начинал потихоньку умирать. Следующим этапом было понимание о том, что нужно обратиться к книгам для того, чтобы найти решение, найти понимание, найти, что с этим бизнесом делать дальше, как его развивать. Прочитанную мною за очень короткий промежуток времени более 100 книг по бизнесу не привело ни к чему, кроме собственного развлечения и удовлетворения вместе с автором, с способа подачи информации, с тем, что там написано. Но применить все это я бы не сказал, что можно, потому что эти книги в основном стимулируют и говорят, да, вы можете, вы все это сделаете, у вас получится. Они дают очень-очень маленький объем информации в очень какой-то узкой области. После чего я нашел школу владельцев бизнеса, я закончил второй поток. Рост, который я ощутил после завершения школы владельцев бизнеса, в процессе ее завершения, это сумасшедший поток. То есть мы никогда не делали с такой объем предоставляемых услуг. Мы никогда не зарабатывали столько денег. Это действительно был сумасшедший рост по сравнению с тем, что было, и по сравнению с тем, что есть сейчас. И на сегодняшний день, когда уже спустя 2 года компании выросли, очень сильно выросли, появилась технология, которая описывает их развитие, появилась возможность их развивать до неограниченных пределов, у меня лично возникает огромное желание помогать другим, помогать таким же владельцам, которые находятся в том же тупике, чтобы они развивали свои компании, чтобы они становились этичными, для того, чтобы их бизнес рос и процветал.